когда Винсент ван Гог понимает, что та, кого он решил сделать вот главным смыслом моей жизни, и она мне говорит «нет, никогда», и никогда не скажет «да», он уже после этой сцены понял, он отправляется в публичный дом. Он там ищет свою женщину, свою мечту. И дальше идет история в стиле романов Достоевского. Ему каждый месяц помогают родители материально. И он на собранные деньги, он там где-то полгода собирает деньги, не ест, не пьет, ну то есть живет впроголодь, чтобы собрать требуемую от хозяйки публичного дома сумму, он собирает эту сумму. И выкупает Кристину, ее зовут Кристина, он ее выкупает из публичного дома. А у нее двое детей, кроме всего. Кроме того, что она проститутка, у нее еще двое детей. И он решает, он так себе вот представил, так себе нарисовал, что он из нее сделает порядочную женщину. Ну, читайте Федора Михайловича Достоевского, у него все про это написано. И он начинает, пытается ее приучить к тому, чего, в общем-то, в нормальной, в обычной голландской семье делают и считают за правильное все женщины порядочные. Быть чистоплотной, убирать, готовить еду и так далее. Он ей показывает там, как готовить суп, как чистить картошку. Она ничего этого не умеет, потому что она сроду ничего никогда не готовила. При наличии двух детей. И она, понимая, что с одной стороны хорошо, вот она уже не проститутка, она уже порядочная женщина, и он собирается на ней жениться, он и спрашивает у папы, кальвинистского пастора, разрешение на этот брак. А папа вместе с мамой говорят, только через наш труп. Ни в коем случае. И зависла история с бракосочетанием, потому что без согласия родителей невозможно. И она вроде бы должна себя вести прилично, чтобы они поняли, что он в ней не ошибся и так далее. Но вместо этого, это же делать усилия над собой надо, она начинает пить. И пьет настолько хорошо, что дети, значит, она лежит пьяная где-то там. А дети к дяде Винсенту обращаются, мы голодные, мы хотим кушать, нам надо одеться. И дядя Винсент превращается в няньку. Есть очень много рисунков этой Кристины. Он ее окрестил Син, чтобы долго не произносить Кристина, он ее назвал Син. И вот эта вот проститутка какое-то время, он пытается из нее сделать порядочную женщину, потом... Однажды он приходит не вовремя домой и застает ее с клиентом. Она вернулась к своему ремеслу. И вот эта вот история опять-таки доказывает его идеализм. Он страстный идеалист, который вот рисует себе несбыточное, которому хочется идеализировать жизни людей вокруг себя. Давайте еще посмотрим его полотна. Ну, вот эта чудесная звездная ночь, которая, кажется, что вихри тебя закручивают и заворачивают. Дальше. Эти прелестные ирисы. Я вообще очень люблю эти цветы. Я считаю, что это одни из самых красивых цветов на свете. Но, как это написано Ван Гогом, это отдельная история, это надо смотреть в музее Ван Гога в Амстердаме. Они так написаны, что кажется, что ты чувствуешь, вот они ведь не пахнут, у них нет такого запаха, как у розы или как у гиацинта, они скорее пахнут какой-то зеленой свежестью. Но вот кажется, что они пахнут из этого полотна. Дальше. Посмотрите, как видны мазки на этом слайде, да? Удачный какой слайд ты нашел. Вот такое ощущение, что мазки сделаны и кистью, и пальцем. Если внимательно посмотри, то видно, да? Дальше.
Ну вот эти башмаки, мимо них спокойно в музее пройти нельзя, я зависала у этих башмаков, это для меня такой какой-то портал во времени, можно за них зацепиться, за эти башмаки, перенестись во времена, когда он жил в Авере. Дальше. А это церковь в Авере, которую мы видели, Антоша, если ты помнишь, она была вся в лесах, она тогда реставрировалась. И вот так же, как на этой картине, так же сегодня в жизни две дорожки ведут. Одна ведет прямо к церкви, а по второй, вот по вот этой вот правой дорожке, можно пройти мимо церкви, подняться к кладбищу, где могила, общая могила Винсента и Теодора Ван Гогов. И эта могила находится возле стены кладбища. И так за этой стеной, когда ты выходишь за пределы этого кладбища, то видишь, покажи нам поле с воронами. Дальше мы сейчас проскочим кафе. Вот, вот это вот поле, оно по сей день там есть. И мы как раз приехали, только что сжали эту пшеницу. Но весь пейзаж остался тот же, только без пшеницы. Это было потрясающе. А это ночная терраса ночного кафе в Арле. И вот тут уместно вспомнить вместе с Софьей Максимовной. Значит, в тот год, когда мы приехали в Кюкенхоф, да, вот это вот празднование, в одном из павильонов этого сада Европы сделаны были инсталляции по картинам Ван Гога. И мы с Софьей Максимовной зашли в это кафе и сели за столик. Представляете, какое удовольствие вообще. То есть воссоздана картина, воссоздан интерьер. Ты можешь зайти в картину и посидеть за столиком этого ночного кафе. Это потрясающе. Это отдельный разговор, да. Вот, вот эта ночь над Роной тоже в Дорсе. Напротив, значит, с одной стороны, это я уже обращаюсь к тем, кто видели автопортрет Ван Гога, вы видели с другой стороны в той же комнате вот эту ночь над Роной, да? То есть ты не знаешь, куда тебе смотреть. Ты смотришь на автопортрет Ван Гога, потом ты переводишь глаза на эту картину, и тебе кажется, что эти звезды мохнатые, как какие-то живые существа, оживают и трепещут. Дальше. Ну, миндаль цветущий. Это очень такая любимая тема Ван Гога. Я не удержалась в один из приездов в Амстердам. Я купила себе сервиз вот такими вот чашечками, блюдечками. И теперь, когда пью кофе из них, у меня всегда перед глазами вот эта вот картина. Хочу рассказать такую животрепещущую историю, Софья Максимовна подтвердит. Мы ездили в тот год с моим шефом из Малой Академии Наук, с директором тогдашней Малой Академии Наук, его зовут Владимир Алексеевич, совершенно замечательный человек. Он математик по образованию, по складу мышления, он математик. И он мне говорит так робко, ненавязчиво, но, в общем, жалостливо очень. Вы идите в музей, Анна Алексеевна, а я пойду попью пиво. Ну, типа, я и музей, это как-то разные вещи. Я говорю, Владимир Алексеевич, вы пойдете со мной в музей. А там, я не помню, 22 евро или 28 евро стоил вход в музей. Ну, что-то в этом роде. Я ему говорю, если вам не понравится, если вас Ван Гог не вдохновит, я вам верну деньги. Но вы должны пойти. Он тяжело вздохнул, так это было все прочувствовано мной. Говорит, хорошо, если уже выхода нет, то я иду. Вот мы заходим в музей. Ну, естественно, я рассказываю обо всем. Он слушает, очень вежливо, очень внимательно. Но я чувствую, что мечта о пиве в глазах есть.
Думаю, нет, я должна сделать так, чтобы ты про пиво забыл. И вот мы доходим до того зала, где находится вот эта картина «Цветущий миндаль». И я чувствую, что с Владимиром Алексеевичем что-то происходит. Он вот нарезает круги по этой комнате, по этому залу, и все время возвращается к этой картине и смотрит на нее, как вот я смотрю на автопортрет в Дорсе. Вот он, как будто эта картина его замагнетизировала. Потом он подходит, совершенно уже другое выражение лица. А я рассказываю про то, что считается, вот эта картина с воронами, покажи нам ее, пожалуйста, что это последняя картина Ван Гога, но она хорошо вписывается в легенду о его гибели. Но на самом деле он после этой картины еще там какое-то количество холстов создал. Но я говорю, ну мы с вами как бы понимаем, что это такой реквием по самому себе, потому что вскоре после написания этой картины происходит вот этот выстрел, и, так сказать, Ван Гога не стало. И тут я начинаю рассказывать историю, значит, как считалось самоубийство Ван Гога, но и рассказываю, что тогда был подросток, с другими подростками, которые шалили, бесились. А Ван Гог в маленьком Авере был виден как гвоздь на доске и не давал покоя обывателям. И вот этот Маркитан, звали этого мальчишку, стал баловаться с револьвером и нажал на курок, и Ван Гога подстрелил. В результате этой пули Ван Гог умер. Но Ван Гог не выдал этого мальчишку, потому что он не хотел ломать судьбу этого подростка. Он сказал, что он сам стрельнул. И последние исследователи криминологии из Америки, я не помню сейчас, как их зовут, но я читала это, значит, серьезное криминалистическое исследование, опирается на то, что такую пулю в таком ракурсе, в таком месте человек сам себе сделать не может, такой выстрел. Что это кто-то только со стороны может в него выстрелить. Следовательно, версия, что это подростки, имеет место. И вот я рассказываю эту историю. Владимир Алексеевич слушает, открыв рот, смотрит на эту картину. И потом, значит, я говорю, ну, друзья мои, если есть вопросы, ну, как всегда я спрашиваю, если есть вопросы, пожалуйста, потому что мы еще заходим в книжный магазин, в любом музее мира, на всякий случай я вас предупреждаю, кто со мной не ездил. После того, как смотрится экспозиция, идется в книжный магазин, и я покупаю книжку. Вы покупаете, что хотите, магнитики там, что вам нравится. Я говорю, значит, мы сейчас идем. Он говорит, подождите, Анна Арсеньевна, я еще не все посмотрел. Я говорю, хорошо, значит, встретимся в книжном на первом этаже. Значит, мы спускаемся вниз. Я уже выхожу, значит, каталог этого музея, шедевра Винсента Ван Гога он называется. Подходит Владимир Алексеевич, говорит, Анна Арсеньевна, как я вам благодарен, что вы настояли, чтобы я пошел посмотреть. Это же просто чудо какое-то. Я говорю, вот всегда слушайтесь мудрых женщин. Они плохого не подскажут. Вот такая была история. Заканчивая разговор о Винсенте Ван Гоге и Делакруа, я уже многое объяснила, почему вырастает дерево искусство Винсента Ван Гога, вырастает из страстного романтика Делакруа, во всех отношениях вырастает. Я хочу вам задать вопрос. А вам понятно, почему Винсент Ван Гог вырастает из Делакруа? Ну, теперь как бы да. Когда вы рассказали. До этого я не могла понять вот эту связку. Никак. Наверное, потому что все-таки энергия. Мощная энергия настолько у Делакруа, у него, ну вот, страсть, вот страсть, динамика, картина, да. Цветовая гамма, да. У Винсента Ван Гога этот видеопортрет, я его не видела живьем, но он реально, от него бьет такая энергия, что это не переоценка. Невозможно. Невозможно.
Вопросы?